Добрый день, друзья! Данное видео приготовлено специально по заказу F-магазин. И у нас сегодня обзор замечательной приманки от компании Bait Breeze Руи. Уж как его только не называют у нас на постсоветском пространстве. И человечек я слышал, и пингвинчик, и тюленем зовут. Но на самом деле это просто гениальная приманка, представлена компанией Bait Breeze. В частности, я ее использую на нашего окуня. Вот этот полосатый вымогатель в этом году устроил мне очередной сюрприз. У меня много приманок, микроджиговых, топовых приманок, много. Уж думал, ну все есть. И одна была всего лишь вот этого руи. Так он за три рыбалки истрепал вместе со щуками все мне, всю пачку. Вот что остается. Голова без хвоста. Вот. От пачки, в общем, ничего не осталось, и мне срочно нужно было покупать. Я купил в веб-магазине сразу несколько пачек, и вот делаю обзор. Итак, Bait Breeze Руи имеет вот такую замечательную упаковку. Zip-замок. Ну, у Bait Breeze всегда он хорошо и открывается, и закрывается. Я всегда, если пачки остаются, их никогда не выкидываю, использую их для других, более таких плохих пачек. То есть помещаю другую резину именно в эти. Они никогда, никогда у них не ломается zip-замок. Поэтому упаковка замечательная. 8 приманок в упаковке находится. Выпускается в двух всего лишь размерах. Это вот 2,3 дюйма, что соответствует 5,8 сантиметра. Вот они у меня цвете 003, то есть черная. Просто других не было. Вот он. И второй размер, это 2,5 дюйма. Вот они все, кроме черных. Это 6,4 сантиметра. Та, что 2,3 дюйма, весит 1,8 грамм. А та, что 2,5 дюйма, 2,2 грамма. Давайте подробнее и повнимательнее рассмотрим, что же это за приманочка. Вот, в частности, на примере цвета Black 2,3 дюйма. Это ребристое тело, сильно ребристое. Имеет вот такие вот две конечности, которые окунь очень часто откусывает. Голова практически, да, за которую крючок цепляется. И хвостик. Хвостик виброхвостовый больше, как от виброхвоста, но вот здесь вот напоминает твистерную игру. Поэтому получилась креатура, будем так ее называть, абсолютно уникальная. Это гибрид рака, твистера, виброхвоста и, может, даже слага. И окунь, ну просто сжирает ее со щукой. Не мог я ничего сделать, чтобы как-то оставить эту приманку. Сверху тело ребристое, с другой стороны, гладкое. Для оснащения это тоже приятно оснащать, но с какой стороны не имеет никакого значения. Сюда крючок или сюда, даже в бок я втыкал, когда они ее совсем разрывали. То есть вот такая интересная приманка и выполнена вот в таких замечательных тонах, размерах, как раз для ловли нашего окуня очень хорошо подходят. Ну, в данном случае вот цвет Black. Но если уж говорить о цветах, то 6 цветов предлагает компания Bait Breeze для данной приманки. У меня на обзоре это 003, цвет черный, 120, 160, 735. Вот они все по 2 или по 1 штуке. Это размер 2,5 дюйма. В данном случае вот это 479 цвет. Вот он. У меня его не было, но практически уверен, что будет он работать. Дальше. Вот он. Это 480 цвет. Такой зелеными блестками. И
120-й, это мой самый, тот, который у меня был, который понравился нашему окуню. Вот, 120-й цвет. Ну, просто гениальная приманка и по цвету, и по всем характеристикам. Кроме всего прочего, мы знаем, что компания Bait Breeze является изобретателем съедобной резины, поэтому у нее силикон снабжен таким аттрактантом, секрет которого до сих пор не открыт, но он содержит все 20 незаменимых аминокислот, также гормоны, усилители вкуса, которые повышают аппетит у рыбы. И взяв его в пасть, так скажем, рыба уже не может от нее отказаться и полностью заглатывает. Поэтому приманка абсолютный бестселлер в этом году у меня. Он переиграл и в десятки, и в много раз переиграл все остальные топовые приманки, в том числе и от этой компании. Вот. Что будет дальше, я не знаю. Но на данный случай это, на данный момент, самая востребованная у меня приманка на окуня. На этом мой обзор закончен. В конце небольшой факт. Из 5 откушенных щуками крючков, 4 были оснащены именно этой приманкой. Дальше вы понимаете, как додумать. И остается лишь добавить, что ссылку на этот товар вы сможете увидеть в описании под видео, а мой промокод, который вы увидите там же, позволит вам иметь скидки до 20% на некоторые товары. Всем спасибо за просмотр. До свидания.